Так, Turn right 05. Descent 5500. Горин 5. Чё-то ты крутанул. Ну, 0.5. Чё? Сколько снижаемся? 5500. Мы уже ниже глиссада. То есть глиссада ловится. Ну, ну потому что мы далеко от порта. Ну да. Так, альт. Так, 24. Так, я начинаю тормозиться. Так, лев 330. Чё ж она так проскакивает? Уж я её мышью кручу. Ну так да. Она сначала плавно идет, а потом через десятки начинает скакать. Ну, потому что мышь тоже будет скорее. В некоторых самолетах, сколько бы ты ни крутил, он идет плавно. 4500. Да. Если у тебя есть как бы хоть какая-то видимость наружу, и это хорошо, потому что так, у меня нет. Есть, так. Вы в 25 милях, левый 275, 4,5, clear it ILS runway 25 approach. Maintain 4,5, until established on the localizer. Contact tower 119.85. Сколько курс? 275. И удерживать 4,5, пока не поймаем, соответственно, глиссады. Fly straight in runway 25, QNH 880. 880. А у меня сколько стоит? Ну хрена у тебя стоит. 900 с чем-то. 1000, а ну там 1000 было. У них тут давление низкое. Так, что у нас со скоростью? 80? Подожди. У нас скорость 160. Ну это я понял, я паузу. Скорость я тебе сейчас прибавлю. 780, 150 уже скорость. Скорость я тебе прибавлю. Мне главное. Во, а тут что-то его задрало, хрен пойми че. Ну альт у нас мисс матч. Почему-то до сих пор. По поводу чего он у нас не смач. Не знаю, может ему высоту неправильно задал. Так.
4,5 держили и все. Ой, ой, что происходит? Падаем! Чего? Мы вроде только что все хорошо. Вот 4500. Ты там ручки дергаешь, что ли? Немножко. Вроде идем-то нормально. Теперь да. Сейчас шумит. Ничего не шумит. Почему у тебя Flight Idle? Что у меня? Flight Idle у тебя. Руды. А что у меня там должно, по-твоему, быть? Не знаю. Я скорость сбрасываю. Ну ладно. Не, ну если ты сбрасываешь, может, закрылки уже пора выпустить хотя бы на 5. Пора уже. Можно начинать. Я ставлю на 5. Так, мы на курсе на глиссаде. Ну давай посадочную конфигурацию. Да, вот далековато еще. 14 миль? По-моему, уже вполне да, нормально. Я только порта не вижу. Я тоже, ну как бы фиг с ним. Я вообще его не вижу, просто как бы, потому что не вижу. Я тоже, но идем пока как идем. Сейчас его пускаем, потому что он будет пищать. И газку прибавь. Прибавь. Так, все. Все зеленые. Деревню вижу, а порта пока не вижу. Я боюсь, что он прямо за этим холмом, на вот этом острове. За холмом? У нас курс не появился, в смысле, не по курсу. У меня порт написано за заливом. А, да, за заливом. Все правильно. На острове за горой. Я просто за заливом ничего не вижу, у меня залив как бы теряется в тумане дым. Сейчас я телескоп посмотрю. А, достану телескоп. Телескоп видно. Кружочек, а, вот, вижу его купе, да. Да. Телескоп, в телескоп я тоже его попаду. Он просто Илсом был закрыт. Кружочек. Так-то все нормально. Так, что у нас с оборотами правого двигателя? Так, это ли бак, или что? Бак, походу. Ну, с другой стороны, у нас горит неисправность. А что такое PEC, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот она и горит. Вполне возможно, что это тупо РД. Что? Регулятор оборот электрон. Ну, если ну, РД отказал, то тогда поведение правого двигателя вполне объяснил. Так, 120 узлов, я скорость вижу. 120. 130. Ну, то есть я имею в виду, что я стабилизирую скорость. 2500. На следующую позицию закрылки будем выводить? На 15. На 15. На 15 точно будем. Вывожу. На 35 потом скажешь, когда. Сейчас он устаканится. Я да выпустим на 35. Я фары включи. Что? Фары, говорю, включи. Да, включи. Не знаю, у меня вообще небо чистое, только дымка. Надо нам что-то с сетевой сейчас... погодой сделать. У меня сейчас мысли... Нам просто одинаковую погоду надо. Spirit to land runway 25. Охрененько.
То есть все там, никто за нами, кто-то идет у меня, а так там чисто. Ну я у нас у себя не вижу никого. Но у меня вообще работает порт в другую сторону, поэтому. Не, а у меня нормально сейчас работает. Кстати говоря, погода у меня ветер, кстати, с той стороны. То есть мы в хвост. Заходим по ветру. У меня по погоде. Заходим по ветру. Нет, у меня. Я надеюсь, это не скажется на качестве. Скажется. Причем ветер 10 узлов, то есть мы идем сейчас не 140, а 150 почти. У меня ветер боковой 310, 5 узлов. Ну видишь ли, на твой ветер глубоко пофигу, потому что динамику считаю я. Угу. Ну если что, сейф у нас есть. Потому что мы идем по глиссаде чисто, аккуратно. Так, что-то скорость 122. Я держу 120, так потому что я знаю, что, блин, на самом деле это 130 лишних. Ну, смотри. Так что мы идем. Это 130, нам-то воздушная нужна, а не... Так я понимаю. Что с закрылками? Да, не оставь их так. Я тоже что-то думаю, наверное, пусть так стоят. 500. Отключай автопилот. Давай, колдуй. Прям так носом вниз идем жестко. Задом поехал. Я реверс до полной остановки просто додержал. Он назад поехал. Я надеюсь, его на второй круг пошлют, потому что мы еще на полосе. А он моргает там. А где карман-то? Ты карман видишь? Карман? Кармана нет, придется так разворачивать. Ну, так развернемся. Там чуть-чуть шире он есть, но так, кстати. Чуть-чуть шире. На землю, видишь? Да, going around он пошел, все нормально. Что это за регионал, жеп, интересно. Бомбардье. Черная Саксио. Так, а где здесь ручка? А, вот это. Блин, собрать. Наоборот, упали, то есть движки встали на наземный режим. Ну эта хрень так и горит. Какая? Красная. Какая красная хрень? Ну там было. Ну, РД упал, естественно, регулятор поломанный. Пытался. Как мы умудрились поломать РД? Да это, скорее всего, баг. Рассинхрона что-то. Скорее всего. Ты как теперь рулишь? Я? Я палкой. Ну, то есть этой самой мышкой.
мне норм. У меня там три самолета стоят. Желтый какой-то, САС и что-то еще. Так, притормози, мы сейчас тейк. Так. Граунд. Такси, ты паркинг. Ну, вообще-то мне дали гейт 5 и по рулежке D. Так что я... А, мне четвертый. Я так подозреваю, это здесь же. Я сейчас сверху посмотрю. Вот пятый, а вон дальше четвертый у пожарок. А? А, да, Норвегиан САС, тут какая-то дичь стоит. Orbit Airlines какой-то. Это дефолт, его тебе надо просто удалить. А, я же отключил дефолт. Дефолт не значит. Orbit. Я знаю, что Orbit это дефолт. Почему он включен? А это может быть Orbix-овский трафик, вот тот, который выключили. Который ты включил. А-а-а! Значит, поэтому, скорее всего, и выключил. Робота надо выключить, но уже не на этом. Да все можно выключаться потихоньку. Лёшку, астробот, я что-то забываю, как они здесь называются. А, это, наверное, бывает антиколлижн. Вот что это. А ред, если вверх. Ну-ка. Вверх, red. Да? Он просто помаргивает. Это на перроне как раз включается. А white это стробы. Ой, все, и движки так прям резко встали. Винты. А у него есть там? Static Elements что-нибудь отображается? Да по идее не должно. Тягач там какой-нибудь? Ну я говорю, по идее не должно. Сам Борский такими вещами не занимается. Ну, зря, атмосферненько же. Свет уже горит. Да ну поздно уже. У меня уже совсем вечер. Солнце на горизонте. У меня только Бобик Норвегия стоит и все. Ну, Орбит хрен с ним, но там еще стоит САС. У меня САСа нет. А САС кто? Бобик. Бобик? 373, наверное. Ой, 737, в смысле. Ну, у меня нету. И у него лампочка зеленая горит, то есть он активен. Ну, на крыле. Нет, у меня точно нет. То есть оно где-то не долетело, да. А как отключается-то? Панель. Каким-нибудь шифтом. Никаким. Шарик как пит контрол. А там всегда висит. За ну пределы... вообще ее можно закрыть. Только как ее потом открыть? Да, за пределы окна, да. Ну, можно ее андок? А, андок можно сделать. Ну, что-то... А, вот, да, можно. Так, ну мы даже не разбились. Что-то она глючит после андока. Так что я ее обратно верну. Не, у меня нож.
Ну ладно, опять андок сделаем. А потом почему-то не перетаскивается нифига. В смысле? И на ее месте остается счетчик FPS этот. Видевский. То есть и на ее месте, и на ней самой. А, то есть она у тебя багует? Ну, это вопрос не ко мне. У меня ничего не багует. Так что я ее верну.